Динабург, Борисоглебск, Двинск, Даугавпилс. Наш любимый город отмечает свой 746-й день рождения. И я от всей души поздравляю каждого даугавпилчанина с этим нашим общим праздником. Праздником, который всегда дарит нам чувство единения и сопричастности к судьбе нашего родного города. Города, в котором мы живем, учимся, работаем, растим детей и внуков, строим планы на будущее. Нельзя не отметить, что Даугавпилс сочетает в себе уникальное богатство культур разных народов, проживающих здесь их историю и современность, бесценный опыт старшего поколения и энергию нашей молодежи. Но все-таки главное богатство Даугавпилса – это люди. Вы, дорогие горожане, которые создаете особую атмосферу теплоты, позитива и добра. Это отмечают все, кто приезжает в наш с вами город. И в этом, несомненно, заслуга каждого из вас. Каждого, кто дарит Даугавпилсу свою любовь и заботу. Кто верит в его успешное будущее и вносит свой вклад в его развитие. Я искренне желаю, чтобы энергия доброжелательности и хорошего настроения в эти дни стала главным украшением праздника города. Желаю Даугавпилсу процветания и того же неповторимого домашнего уюта, энергии и непрерывного развития. А каждому из вас крепкого здоровья, успехов и, конечно же, любви. Пусть царит счастье в каждой семье и благополучие в каждом доме. С праздником, даугавпилчане! С днем рождения, Даугавпилс!